Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал вот на такое горное озеро. Это бывший карьер. Находится он недалеко от станции Рудник. Тоже бывший. Много я раз здесь бывал. Но первый раз я осенью приехал. Полюбуемся вот такой красотой. Погуляем. Смотрите, как красиво. Раньше здесь добывали железную руду. Для Белорецкого металлургического завода. Это был конец 19-го, начало 20 века. И вот постепенно он затопился водою. И вот такая вот красота получилась. Сейчас мы пройдем, погуляем, обойдем это озеро, кругом полюбуемся красотами Урала. Идемте, друзья мои. Вот сейчас мы пойдем, друзья мои, к этому камню. Посмотрите. Там очень интересно. И поднимемся вот сюда. Ну, продолжим свой путь. Вот идем мы вдоль озера. И посмотрите, сколько следов разных. Видно будет или не видно. Но, в общем, здесь со всего леса видно, приходит на водопой. А почему сюда, непонятно. Рядом вот речка Арша протекает. Ну, значит, им вот здесь водичка нравится. Ну, идем дальше. Вот, друзья мои, подошел я к этому камню. Вот так он выглядит с обратной стороны. Но я на него не полезу, я полезу вот сюда вот. А. Посмотрите, какая стена. Там деревья растут на краю. Такая вот стена. С такими расщелинами. Посмотрите, какая, ух! Расщелина. Надо же. Ну, сейчас подойдем к берегу. Полюбуемся красивыми видами. И вот посмотрите, какая красота. Отражение берез в воде. Вот я знал, что так будет. Я сюда шел. Чудесная картина. Люблю снимать вот такую красоту. Любуйтесь, друзья мои. Делаю фото. В конце видео приложу. Полюбуйтесь. Вот так вот. Водичка. Тут такой камень большой. Вот эта сторона. Ну, продолжим свой путь. Сейчас поднимемся на скалу и снимем сверху это. Друзья, оставайтесь. Это будет очень красиво. Вот идем. Посмотрите, какая норка. Глубокая. Вот стена, на которой мы сейчас зайдем. Ну вот мы поднялись. Я
и вы со мной, мои друзья. Хочу вам показать вот панораму гор. Пойдем смотреть озеро. День маленько разгуливается. Такая вот красота. Ну вот ветерок. Ну идем. Посмотрите, друзья мои, какая красота открывается. Сейчас будет еще красивее. Полюбуемся. Вот как красиво. Сейчас выберем место, где деревьев нету. Я вам покажу все. Идемте. Вот, друзья мои, посмотрите, полюбуйтесь. Деревья быстро растут. Был я несколько лет назад. Здесь сосенки были маленькие. Сейчас они уже вот какие. Смотрите, какой камень. И тот камень, который я вам показывал. И вот это дерево. Когда стену снимал, видите, как оно на краю прям растет. И хоть несколько таких деревьев. Вот они прям так растут на краю обрыва. Ну что, друзья мои, пойдем назад. Пойдем назад. Оставайтесь со мной. Мы сейчас полюбуемся этим озером с другого ракурса. Уверяю, будет очень красиво. Вот, друзья мои, снимаю эту красоту. Любуемся. Посмотрите. Опять отражение. Шикарные. Этот камень. Покажу сейчас я вам с увеличением еще. Вот так вот. Такая вот красота. Так вот отражение. Картина. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Погуляли мы. Посмотрели вот это озеро горное. Думаю, было интересно. Полюбовались вот такой красотою. Всем пока, друзья мои. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.